Всем привет, с вами Филранос. Мы продолжаем проходить новую главу в игре Raft. В прошлый раз мы с вами пришли в Утопию, открыли здесь различные локации и открыли вот эту замечательную дверь в небоскреб. Сегодня, собственно, мы в нее и отправляемся. Что там дальше, пока что никому не известно. Я порешал, короче, все свои дела. Ну и снаряги, в принципе, ничего нового не брал. У нас осталась лопата, на всякий случай лежат ласты, несколько копий, пара луков, 30 стрел, зиплайн, тапочки, ну и рюкзачочек. Как вы помните, в прошлой части я так и не скрафтил. Нету ничего. Сейчас, один момент. Ага, ниже нету ничего. Окей, значит, только тупо едем только наверх. Двери закрыты. Тут ветерочек. Приятный музончик. Кто-то повесился на педали от велосипеда. Требуется шестеренка. Ой, мама. Так, на сетку, если пизданемся, выживем. Окей, раунд 2. Begin. Требуется молоток. Так, я понял, эта лобода меня скидывает. Твою мать! Это, блядь, американский ниндзя какой-то. Так, тут, ну, кстати, еще электрические провода проходят поверху, я смотрю, да? Да. Вот это вообще жопа. Так, стоять. Здесь подвох. Мне надо прыгнуть в тот момент, когда будет вот это, пригнуться. Прыжок. Прыжок, прыжок, блять, прыжок, пригнуться, сука! Ладно. Первый, блин, комом. Ничего страшного, сейчас пройдем. Блять, тут с этой я буду развлекаться сначала надо. Так. Пригнулись, прыжок. 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 Пригнулись. Сука. Я, блядь, что-то пока не понимаю, как это проходить. Но, по-моему, я был пару моментов, когда я на этой лабуде мимо ехал. Пригнулись. Рано разогнулись. Туда я не перепрыгну, да и незачем. Надо чисто вот по этой лабуде как-то пробегать. Пригрыжнулся, прыжок, прыжок! Уже начинает бесить. Если бы вот эта сохраненка была, блядь, поближе.
еще этого буду, блядь, проходить надо. Заебёсьте! Похуй! Прыгаем, блядь, пизду. Ладно. Да ну ёб твою мать, я ж пригнулся. Есть один момент, одна ошибка, которую я допускаю постоянно, кстати. Вот теперь не допускаю. Так, куда дальше-то? Пиздец. Можно я на бочке посижу? Пожалуйста. Сейчас все испытания пройдем. Последний герой. Не-не-не, большие гонки, точно. Тварь. Но мне кажется, от первого лица лучше проходить, от третьего я сейчас, блядь, путаться буду. Там еще персонаж двигается, как ебобо. Пригнистые. Ох, блядь, Dark Souls сложный. Попробуйте вот эту хуйню, блядь, пропрыгать. Давайте возьмем крючок. Он будет символизировать нашу цепкость к победе. Нет, не будет. Падла. Эть, идем нахер. Проходил. Сжимаем. Это типа требуется шестеренка. Какая шестеренка? Непонятно. Есть зато молоток. Требуется шестеренка.
Я вам что, их крафтить, что ли, должен? Я не пойму. А, ну, дальше все. Подожди! Требуется... Можно я поеду? Шестеренка. А... Типа... Блять, сука. Реально. Придется второй раз туда же пробираться. Духота. Да ты-то, блять, куришь в сторонке. Так, молоток был нужен куда-то сюда вроде. Да. Я не стану повторять. Садитесь на подпу и прочь. Оставьте утопию мне. А. Она въебала. Серьезно? Почему я не могу с шестеренкой туда? Типа, пиздец, тяжело? Или чё? Ладно, я понял, надо что-то думать. Видимо, какой-то лифт должен быть. А, мне надо доставить шестеренку с помощью вот таких штук. Оно не просто так, вот эти подъемники, хуемники. Надо туда тебе чисто шестеренку тащить, получается. Использовать, использовать. Еще использовать. 34. Хуйня какая-то. Так. Бе. У нас есть ящики. Ящики я подозреваю, чтобы залезать сюда. Требуется шестеренка. Значит, да, нужна сюда. По крайней мере, одна из. Значит, с шестеренкой мы прыгать можем. Я не могу по... Мне нужно опустить эту хуйню. А грузики... Сейчас разберемся, подождите. Сейчас, это маленькая математика. Здесь есть грузики? Хуй вам, не грузики. Так. Так. Шестеренка мне нужна на правом лифте. Там груз в единицу.
Мне нужно, чтобы он опустился до нуля. Единицы это снять у нас не получается. Как быть? Давайте посмотрим, что у нас умеет делать вот эта лобуда. Так, стоп. Где он? На троечке стоит вроде. Угу. Ну-ка, если треху. Уехал в ебеня. Что-то сложно. Так, а эту единицу сбросить можно, нет? Требуется шестеренка. А как мне его опустить-то? Вот вопрос. Не? Не хочет. Так, ладно. Есть еще два ящика, кстати, для чего-то. Ага, ага. Ага. Блять, а как опустить-то реально? Давай в буху. На той половине вообще грузов нет. Интересненько. Ну, это вообще под крышей. Так, подождите, а если я уберу единичку? Что там, блядь, все убралось, по-моему. Блять, я двойку убрал. Ну-ка. Опустим вот эту до самого низа. Здесь два. Здесь три. Это на лютом верху. Положили шестеренку. Шестеренки похуй. Ой, блин. Та-та-та. Вот этот ниже я никак не опущу, значит, нам в любом случае нужно шестеренку каким-то раком поднять туда. Шестеренка у нас застревать любит. А что если... Может быть, здесь типа надо воспользоваться неким багом, тем, что эта шестеренка висит у нас. Давайте опустим эту до самого низа. Угу. Положим сюда шестеренку. Thank you.
Вот здесь сконструируем лесенку. Грузик убрали, шестеренка осталась. А больше ящичков нет? А если этого буду еще раз опустить до самого низа, я могу ей пользоваться? Да, я могу на ней стоять. Все равно уехал непонятно куда. Сейчас, бля, игру сломаем. Ебашим треху. Запрыгиваем на эту треху. Кладем сюда шестеренку. Дропаем это. Теперь мне нужно как-то попасть на ту половину. Впрочем, оно и так хорошо работает. Так, стоять. Сейчас еще попыточка будет. Только уже подцепить напрямую. Такс. Требуется шестеренка. Ай! Зараза такая. Бля, у меня что-то нету идей. Пока что. Особенно у меня нет идей, учитывая, что вот на этом лифте шестеренка нихера не ездит. Либо я должен нахуеть, как на каких спидах, скинуть грузик и взять шестеренку, уехать с ней наверх. А потом вот так вот, и сюда ее сгрузить. Я же могу с шестеренкой быстро бегать, да? Да, с шестеренкой бегать могу, я прыгать не могу.
Давайте попробуем. Че, у нас больше ничего не остается. Три груза ебанули. Вслед за грузами я уехал. А! Не успел. Мне кажется, это и нереально. О, здорово. Самая быстрая рука на Диком Западе. Тихо. Лучше даже не дышать. Не знаю, так это решается или нет, но мы сделали это. Так, а теперь нам нужно, по идее, наверное, на двоечку ебануть, да? Значит, не на двоечку, значит, на троечку. Или на четверочку. Не, на троечку, я думаю. Чё-то дохуя уехал. Чё-то слишком. Ебашим единицу. Но дропаем трёху. И ещё на один этаж надо нам поднять. Где тут наш... Ага. На двоечку, может? Ебашим еще единичку. Пиздец. Так. Шестеренки как единичка. Нам нужно всего на один этаж поднять. То есть добавить единицу. Еще одну единицу мы добавить никак не можем. То есть у нас должна на том месте быть двойка. Значит, мы двойку, блядь, кидаем, а единицу, наверное, дропаем. Ну, наверное. Ну, давайте, блядь, комбинировать. Может, я правильно размышляю? Не знаю. Я правильно размышляю. Теперь... Ой. Немножечко химии. Отлично. Посмотрите только, грязные рафтеры превратили насаженные апартаменты в помойку. Блять, опять эти лифты ебаные. О боже мой. Так, у нас упала лесенка. 6? Вы серьезно? Так, во-первых, пошли смотреть, на какой этаж нам надо шестеренку тащить. По идее, сюда. Если я пройду, вот сюда нужна шестеренка. Верно. Так. Это третий этаж. У лифтов разница. Я ебу. Этот стоит на втором, на первом. Тот стоит на пятом. Разница в 4 этажа.
Следовательно, что? Да хуй его знает что. Короче, чё, полезли. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, стоп-пэ. Сначала грузим шестеренку. Вот теперь у них разница в 6 этажей. Получается у нас здесь что? 3 килограмма. Нам нужно поднять на третий этаж. Следовательно, нам нужно там сделать грузик в 3. Давайте смотреть, какие числа доступны. Чем мы можем дропать. Давайте ебанем пятюню. Этот уедет у нас вверх, это понятно. А вот здесь вот нам бы чё-нибудь единицу ёбнем. Пятерку выкинем. Теперь лезем, получается, на пятый. Тихо. Тихо. Сюда кидаем четверочку. Здесь у нас что? Здесь у нас единичка. Единичку, я думаю, мы можем попробовать убрать. Сюда кидаем двуху. Четверку дропаем. Там единицы есть, интересно. Там есть тройка. Три сюда. И двойку мы минусуем. Правильно? Ну, ёпта, бля, пятерка была по математике. Понятно, для чего вот эти здесь, конечно, платформы. А, вон там, по-моему, мы заходили. Бля, дайте сохранюсь. Дай бог, бля, сейчас что-нибудь крашнет, вылетит. Я вообще ебанусь тут тогда. Так, вот эту всю хуйню мы протащить не сможем. Значит, нам нужно что? Правильно, грузить шестеренки сюда. Какая красотища. О, вот так, может быть, на превьюху кину. 33-я минута. Лишь бы не забыть бы. Вообще по красоте. Так, сюда грузим шестеренку. Отправляем в ебеня. Идем в эти ебеня сами. О боже, мне это снится будет сегодня. Особенно вот это. И вот это. Я справился. Я сделал. Вниз не работает, значит, едем наверх. О, духота.
блядь, успело рассвести в игре и стемнеть, а мы все здесь кнаёбимся, ходим с этими лифтами. Так, ну я так понимаю, сейчас у нас будет пиздеж с боссом, да? Так. Чё-то надо будет лесенку сейчас строить, я так чувствую. Здрасте. Да, нет. Наверное, нет. Так, стоп. Тут я был. Это у нас сокращение некое. Наверное, на случай, если отъеду. А куда? Так, это наши грядки. Ну, конечно, хуй знает, туда, не туда, но... Наверное, туда. У вас был шанс уплыть, но вы не слушали. Хорошо, будь по-вашему. Добро пожаловать в Утопию. О, босс файт. Надо было на архивочки взять для начала. Что-то дохуя шкафчиков. Это, по-моему, будет как в Гарри Поттере, я помню. Там тоже, чтобы добраться до Квирова в первом раунде, надо было... Оу, май. Надо было... блоки двигать. Бензин. Так, все кругом взрывается. Подожди, мужик. Это вот все горит, мне это не нравится. Вопрос, откуда он вещает? Куда мне надо или выстраивать лестницу? Сюда? Сюда. Все, гасни огонь. Надо еще. Бля, сейчас рванет, опять сгорится все. Ну все, тухни. Так, еще два блока здесь, еще блоки в той стороне я видел. И, наверное, еще один нужен на лестницу. По идее, да. Дальше я должен буду перепрыгнуть. Давай сюда сходим. О, монетка. Щит. Торин дубащит. Так, у нас здесь пачка. Да, он очень часто у себя рядом с собой поджигает. Чтоб к нему нельзя было добраться. Так.
Так, и еще один нам нужен. Пробуем отсюда. Здорово, братан! На тебе, блядь, поебало. Пехота приготовится к атаке. Ща, подожди, я тоже приготовлюсь к атаке. Тоже жрать захочу, бля, посреди боя. Негоже, чтобы в животе курчал. Теперь вы можете изучать электрический блок для зиплайна. Типа в обе стороны ездить. Так, ключ от склада у нас есть. Ничего другого-то и нет. Есть квартира. Не знаю, надо туда прыгать, нет? Попозже тогда проверим. Лестница куда? Угу. Куда-то сокращение, видимо. О-о-о-о! Дай догадаюсь, здесь сейчас будет махач с боссом, да? А вот и его пехота. Я вас понял. Поехали. Могли бы еще побаговать. Одного выпилили, второго, третьего. Ща, подожди, я стою. Ую. Так, это высокий левел, да, строить к нему мост, но при этом... Я понял. Бляха, муха. Беги! Форест! Так, тактика. Галактика. Бегаем по кругу, блядь, накидываем эти шарики. Блоки. Вроде работает. Ой, ёп. Надо еще по одной ставить. Смысл с ними со всеми драться, блядь, если они бесконечные. Да, блядь, отъебитесь. Пиздец. Проебал момент.
надо, бля, подбежать и запрыгнуть, сука. Пиздец. Я хуй знает, как это сделать. Выкуси, блядь. Самое обидное, это еще не конец. Так, брателло. Хочу супчиков наебашить. Ужин из акулы не помню. Цыпленок с кокосом точно был рецепт. Это мы с собой держим. Давайте арбузиком закусим еще. Да, я уже боюсь представить, что на третьем уровне будет. Доски, хлам. Бля, мне бы похиляться до конца. Давайте картошечкой закусим. Так, ну копья у нас есть, стрелы есть, это все есть, мяско, это все ништяк. Мне бы медикаменты какие-то. Кстати, мне кажется, квартира там не рабочая нихера. О, жетончик. Кстати, жетончик не валяется, не? О боже мой. Что-то уже пиздецом запахло. Так, подождите, дайте я отхиляюсь, и тогда мы с вами приступим к этому пиздечу. Тут, походу, придется убивать. Или ломать дверь, я не знаю, кто здесь сейчас выбежит. Но с пол хп туда точно не полезу. Так что ждем отхила. Что ж, мы продолжаем. Попил, еда потихоньку зауходит. Из всех моих творений Альфа настоящий воин, он умеет выживать. Слабые отсеиваются, сильно отстаются. Вы, разведчики, были такими же. Вы создали себя с нуля, вы не останавливаетесь, пока не столкнетесь с тем, что сильнее вас. Ой, бля. Альфа приготовится. Убей. Ёпа мать. Так. От него еще какая-то кислота остается. Ой, бля. Проблема в том, что я не пойму, как мне его убивать. Есть какие-то два ошейника. Это бесполезно, у него железная шкура. Что за хуйня?
По-моему, я сейчас умру. Вариант его загнать сюда. Для чего-то же эти ошейники тут лежат. Бля, что делать-то? О, стрела моя. Не понимаю, что мне делать сейчас. Да, все, это тапочки. Использовать нечего, блять, повсюду кислота. А для чего эти ошейники? Я в душе не ебу. Какое-то мясо ест. Не, в пизду. Ну, во-первых, надо взять хилки. А во-вторых, хуй его знает, что с ним делать, кстати. Где хилки-то у меня были? Вот они. Так, ну есть стрелы. Давайте, кстати, чертеж изучим. Для турблока, для зиплайна. Это дропнем. Что такое? Ужин из акулы. По-моему, тоже было. Ну-ка. Ужин из акулы. Ужин из акулы тоже есть. На, ешь. Только не грызи мне лодку. Заебал уже. Это сюда. Это сюда. Короче, все пока сюда свожу. В большинстве своем. Потом раскидаю по шмоткам. Что куда. Так, плюс нам вода нужна. Нам нужна вода, нам нужна еда. Нахер, иди отсюда. Так, чё по еде? Вот это можно съесть, я думаю. Так. Вот они есть, эти бульончики замечательные. Я думаю, можно захомячить вот такой. Я бы еще коктейльчик наебнул. Чтоб нам как можно дольше не есть, не пить. Так, копья есть. Лук есть. Никакого супероружия нам вроде не давали. Ну да, сверхпушек никаких. Есть сеткомет. Но он для поисков, а не для, блядь, атаки. Можно мачет взять, кстати. Ну, попробовать хотя бы. Хуй знает, может, сработает.
Даже вот так, пожалуй. Лопата нам все равно там не нужна. Ну что, пойдемте? Развлекаться. Ну ёптать. Вот только я не помню, как туда идти. Так. Что с ним делать? Ну, давайте еще попробуем. Может, я до чего-нибудь додумаюсь. Ну, а нет, наверное, придется пробовать искать. Для чего эти ошейники, я реально не понимаю. Дальше. Каждый раз, конечно, к этому боссу ходить тоже такое себе. Вот для чего эта платформочка здесь, я понял. Аренка первая, вторая. Ну и там наверху третья. Ну окей, ладно, до босса не так далеко. Ну, блядь, что с ним делать? Что с ним делать? На стрелы ему похуй. Может быть, его копьем надо все-таки дырявить? Может, он говорил про стрелы, что типа стрелы бесполезная хуйня. Ну, он стоит. А, ну да. Шкура у него, блядь, типа металлическая. Да уберись, блядь. Вот, я понял. Он, походу, в своей кислоте или типа того. Ну-ка, обмажемся, блядь. Вот, периодически по нему проходит урон. Он, походу, своей же кислотой, когда, блядь, на это самое... Начинает потихоньку помирать. Воу, щит. Бляха-муха. Я могу справиться с этой ролью. Не, ну рано или поздно он должен, я думаю, сдохнуть от этого, нет? Вот, сейчас у меня получается врубилось... Броня. Второй снаряд. А, ты уже все закончил.
Выкуси, сука! Фу! Окей, не так сложно, как казалось бы. Чё, блядь, сейчас ещё уровень будет? Тридцать третий этаж. Да все, чувак, блядь, сдавайся. Так, вниз мы не можем ехать, окей, поехали наверх. Это все мое. Готов. Так, это мы сейчас его вытрясем. Подождите. Здесь ничего нет? Нет, здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Повис. Жетончики. Ну, это я понимаю, так, до первого этажа, да? Хера он орёт. 12 этаж. Ну, кстати, на тот балкон с квартиры, мне кажется, можно не прыгать, но проверить можно будет все-таки. Вроде не так уж это и далеко. Так, а тюрьма у нас... Вот она. Угу, я понял, где я. И чё, всё? Хэппи-энд? Хуяк, отсцена. А, нет. Когда океан буквально смыл цивилизацию, выжившие остались ни с чем. Но они не сдались. Разведчики встали из руин, дерзнули исследовать наш затопленный мир и вернули нам надежду. Благодаря их усилиям утопия снова свободна. Это наш последний шанс начать длинный и трудный путь к восстановлению. Отныне мы все становимся разведчиками, готовыми нащупать следующий шаг для человечества. Прикольно. There is a utopia. Хера тут, бля, припасами можно запасаться. Здесь такой бардак, везде гиенья шерсть. Но уборку башен уйдет не один день. Надеюсь, совет заставит Улафа лично понаводить порядок. Я понял, у вас всего одна реплика. Так, у нас здесь всякие перчики, чесночки и прочее. Мне так не везет. Я удрал из Тангаро во время беспорядков. Безумный был день. Потом я нашел утопию, и случилось то, что случилось. Я просто хочу разбить сад, может, теперь у меня получится. С людьми пообщаться можно. Поверить не могу, что все так закончилось. Послушать Олафа было, мягко говоря, ошибкой.
Задним числом я понимаю, что Олаф вел себя как маньяк. Я сам себя разочаровал. Так, ну что, я думаю, мы в каждого вида купим. Для вашей кухни. Ну, это чисто визуальчик. Еще манго. Нормально, нормально. Коктейльчики пойдет. Ох, ни хрена здесь его. Ну, съеби, блядь. Я вот не помню, я кораблики покупал? Да, кораблики я покупал. Ой, фонарики даже есть. Так, у нас еще 4 ячейки. Я думаю, возьмем такую. Такой фонарик точно хочу. Бутылочки. Бля, есть что-нибудь дропнуть, нет? Блин, блинский. Картофан. Крутяк. Теперь реально можно затариваться такими темпами. А, вот он, рынок-то. Сырой лосось, ёпа-мать. Ну что, все довольны? Я да. Так, ну что, я думаю, надо бы нам... Я так перепугалась, меня до сих пор трясет. Ничего интересного. Так, ну я еще отсюда хочу цветочки. И фонарик второго вида посмотреть. Пойдемте, наверное, на лодочку. Сейчас начнем разгружаться. Плюс еще отсюда рыбку заберем и все остальное. Нам припасы нужны. Ну, я так понимаю, дальше никаких этих нет. Ну, кстати, единственное, что мне почему-то кажется, что... Понимаете, да, к чему я курсором вожу? Что еще пару локаций они могут подвести, но мне кажется, это уже не скоро будет. Если они эту делали 2 года, там, конечно, ковид, отдых у них был, я помню, они писали в группе, но все-таки. Но мне почему-то кажется, это еще не конец. Что-нибудь еще они добавят. Может быть, какой-нибудь небольшой там в виде DLC или что-то в этом роде. Маленькое дополнение. А, вот такие, наверное, кораблики-то будут. А что, все только на рынке сидят? Кстати, про квартиру. Раз уж мы здесь... Мне кажется, мы можем смело сходить и... посмотреть. Только вот где это было, я не помню. А, не, они здесь на каждом виде. Не, смысла нет. Вот оно, например. Я, конечно, могу туда перепрыгнуть, но... Они просто одинаковые. Так, здесь тоже ничего нет. Мне единственное еще интересно, вот сейчас давайте до лодочки дойдем. Ну и, наверное, закончим на этом, что еще тут снимать. Посмотрим хотя бы эти визуалки. Которые я только что купил. Остальные-то ладно. Стоп, 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 стоп. Я не хочу умирать вообще. Походу придется, да? А, ну здесь никак в Ведьмаке. С 2 метров упал. Здесь, блядь, с 10 пизданулся и нормально. Но внизу, я смотрю, никого и нету.
тюрьму войти нельзя, все сидят тупо на рынке. Эта локация как была, так и остается ею, видимо. Ну и ладненько. Сейчас все равно за припасами еще сгоняю. И поплывем дальше. Ну, дальше, скорее всего, я уже не буду ничего снимать, если только, опять же, выйдет какая-нибудь обновочка через годик-другой. Может быть, очень на это надеюсь. Ну, а я, наверное, просто буду плот обстраивать и все такое. Это уже просто будет выживач. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас тут с вами для кухни. Украшения. Да и не только для кухни. Пальмочки всякие. Фонарики. Петрушка. Перчики. Вот это вся лабуда. А, ну, выглядит, не сказать, что прям уж капец как. Прикольно, но... А, ну вот так вот развесить, почему бы и нет. Вполне себе уютненько получается. Опять грызет, сидит. Это инжир? Похож. Так, петрушка. Ой, вот это прикольно, кстати. Только вот где это повесить, непонятно. Вообще над окном бы, но... Вот так вот, если только. Ну, да, симпатюльно, симпатюльно. Вот здесь еще можно натянуть... Мяско с петрушечкой жарить. Перчики. Ну, фиолетовый можно вот сюда в уголочек. Сливы. Или типа того. А, вот инжир, походу. А это надо что-то типа. Или неспелый инжир. Вообще не важно. Так, за фонарики, фонарики. Ну-ка. Попробуем, например, вот здесь вот, может быть. Фонарики прикольные. Только не знаю, куда их повесить у себя. У меня вроде от огня освещение неплохое тоже. Блин, серьезно, не знаю, куда прицепить. Ну, давайте, короче, ладно. Ну, нормально. Ну, ладно, я перевешу потом. Не знаю просто пока куда. Еще разные штучки. Пальмочки. А что такое, не пойму. А, типа акварелька. Ну, короче, ладненько, я развешу. Вот. Но в целом мне нравится. Вот даже если подытожить, полтора года назад мы проходили, сейчас прикольно, очень прикольно. Задумка вот эта вот с бесконечным морем, редкими островками, сюжетка. Акула, которая, блядь, плавает за вами, жопу грызет. Это весело. Еще и сюжетку реально приплели сюда. Типа мы ищем людей и в конце концов находим их вот в этом замечательном городе. Не знаю, я 10 из 10. Я, наверное, не буду отдельное пообсуждаем записывать. Я и так что-то уже к некоторым играм провафлился, так и не выпустил. Вот, подытожу прямо здесь. Если вы любите подобного и подобные игрулечки, обязательно поиграйте. Просто самим даже построить свой кораблик, плот, там фантазия, она довольно-таки богатая. То у меня такой довольно простенький. Ну, как простенький? Конечно, не совсем простенький, но все же я смотрел, там люди такие лайнеры строят. Все зависит от вашей фантазии и от ваших предпочтений. В любом случае, поиграйте.
Опять же, если такое любите. Вот. Ну, я надеюсь, что продолжение у нас еще с вами будет. Опять же. Но, в принципе, и так локаций довольно-таки много различных. Было круто. Вот. Надеюсь, не совсем прощаюсь с вами в этой игре. Но пока что с вами был Филранос. Всем пока и до новых прохождений.